просто трамвай сбил человек. А где? Откуда? Отсюда. Он вот здесь вот, где? Здесь. Каким местом? Объясняю, человек как избил. Он приехал, неожиданно вытаскивал меня. Прямо. Что, его рассматривал? Какие травмы? Какие данные его записал? Да. Ну, видео онлайн не работает. Сейчас мы дежурный приедем. Онлайн, онлайн. То есть мы из кабинета с ним не можем только отсюда попробовать. Потому что так просто мы, у нас же вызов идет. Ну, не знаю, что это такое. Ну, он отсюда показывает. Да. Он напишет это, что претензий не имеет. Есть расписки? Тащи сюда. Да? Дорогие друзья, что случилось сегодня на Таганский ряд, прямо на улице Техническая. Человека сбил трамвай случайно. Забрали реанимационник. Короче, пришел скорая помощь. Рассматривали, все нормально. Человека спросили, все хорошо. Сказали, да, все отлично. Тогда пишем на бумажке, что я не имею претензий. Отказывает от больницы. Ничего не имею претензий. Все, что было, вот так. И все. Всем пока, ребята. Главное, все хорошо. Человек жив, здоров.